То вылетает, то пульт не работает. Тренер у него прикольный. Посмотрите на этого тренера. Я, конечно, никого не хочу обидеть, особенно этого тренера и любителей вот клубов, которых он тренирует, которые он тренирует, но ладно. Тренер у него зашибенский. Зашибенский тренер. Я там что-нибудь вставлю обязательно. Покажу вам, что это за тренер такой, на кого он похож. Итак, сразу следующий матч у нас Nike FC. Попробуем сыграть, почему нет? Ну! Вот бей, тут же добиваешь же! Ёшкин кот, а! Шап, тебе пусто было, давай! Так. Беда. У нас беда. Он входит в штрафную, пытается что-то финтить, ударяет и гол. Ну так все просто. Вот так надо забивать. Ладно, он тоже, в принципе, совершает ошибки. Можно ими воспользоваться будет. Но только нужно... Опа! Ну, забей гол! Ей! Фух, ладно, нормально. В таком напряжении не было, что... Даже не радостно. Ладно, нужно отыгрываться. Давай туда, наверх. Оп, шикарно, на ход. Давай, пошел. Ну, забивать же надо. Дембеле, сам. Ну, забивай, как туда ты бьешь, дядя? Вальдес, забрали мяч, отлично. Дальше. Пойдем. Оп. Ну-ка догони, попробуй. Ну, забей же. Есть. Ну, слава тебе, Господи. Вроде офсайда не было. Ну, ты посмотри на него. Господи, а. Ну, хоть один матч-то выиграть надо. Родные мои. Нужно затаскивать. Наши болельщики смотрят. Подписчики наши. Давайте. Смотрят на вас. На ваш позор. Есть. Догонит. Догнал. Опа. Ну-ка. Оп. Бей. Удар мимо ворот. Что такое? Дядь, ты где учился играть в футбол? Ты ж футбол играть учился? Учился. Ну забивай! Куда штанга? Слушайте, мне в футболе вообще везет всегда. Я вот как помню, мне всегда везет в футболе. Это ж надо так. То штанга, то перекладина, да? А счет-то, между прочим, счет-то 2-1, ребятушки, 2-1 счет. Нам сейчас ошибаться-то нельзя. Один вот такой... Удачный выпад с его стороны. И все, и трындец нам. И нам трындец. Забивай. Гол. Есть. 3-1. Все. Вот это хорошо. Вот это я понимаю. Гарольд молодец. Молодец, рыжик. Он в прошлом матче тоже в самом начале помог забить, но там не засчитали. Блин, там был этот самый офсайд. А вот сейчас сам вытащил. Просто молочага. Раз, два и готов. Ну, все хорошо. Отлично. Ну что ж, друзья, на этой оптимистичной ноте давайте завершать этот выпуск. Огромное спасибо за внимание. Очень много было проигрышей у меня, очень много было проигрышей из-за вылетов. Но все-таки мы вырвали хотя бы одну победу. Это говорит о том, что мы хоть по чуть-чуть начинаем учиться, как играть в эту игру. Точнее, я начинаю. Вы, наверное, уже давно умеете. Пишите свои советы в комментариях. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Надеюсь, что вижу вас в новом выпуске. Дождитесь совершения транзакции. Дожидаемся. И что мы оттуда получаем? Центральный. Пьянич. Пьянич, супер. Пьянич, это хорошо.
Ну, Месси, давай же, пожалуйста, ну или Рональдо, ну что-нибудь крутое это должно выпасть-то в конце концов. Кто? Кака! Есть Кака, красавчик! Блин, обожаю Кака. Раньше был просто великолепен, но возраст, конечно, сделал свое дело. Ладно, отправляем все предметы в клуб.